Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем очень простую и симпатичную ракету. Делается легко, и она у нас еще летает. С помощью обычной соломинки эту часть мы вставляем в сопло ракеты. В эту часть мы дуем. И можно выбрать любого цвета сделать ракету. Давайте начнем. Нам понадобится квадратный лист бумаги 150 мм на 150. Эту линию закладываем на эту линию. Раскрываем, поворачиваем, делаем еще раз то же самое. Переворачиваем на другую сторону. Этот угол мы закладываем на этот угол. Этот угол мы закладываем на этот. Берем за два уголочка, опускаем вниз. У нас получается стандартная треугольная заготовочка. Еще раз линии прогладим. Берем линеечку и от центра откладываем по 5 мм. И теперь эту линию мы закладываем от уголка и через эту точечку, которую мы нарисовали. Здесь делаем то же самое. Эту линию закладываем через угол и через точечку. Переворачиваем на другую сторону, делаем то же самое. Уже ориентируемся по уголочкам, которые у нас есть, уже загнуты. Этот угол закладываем на этот, этот угол на этот. Эту линию теперь закладываем на эту линию, вот таким образом. Переворачиваем заготовку на другую сторону, делаем то же самое. Разгибаем. Здесь делаем то же самое, эту линию сюда. Переворачиваем на другую сторону, то же самое. Разгибаем. Теперь этот уголок сюда. Здесь точно так же. И теперь эту складку закладываем уголком сюда, к этой точке ведем. И таким образом, чтобы уголок чуть-чуть заходил на линию. Сейчас покажу поближе. Вот у нас уголок зашел за вот эту линию. Эта линия чуть-чуть он зашел. Переворачиваем на другую сторону, то же самое делаем.
точно так же у нас зашел уголочек. Раскрываем. Делаем здесь то же самое. Точно так же чуть-чуть уголочек заходит у нас за вот эту линию. Переворачиваем на другую сторону. Делаем те же действия. Раскрываем. Ориентируемся от этой точки до этой точки. Кладем линеечку для удобства, чтобы было легче. И здесь делаем линию. Сильно гнуть не надо, мы здесь направление даем. Уберем эту складку. Делаем то же самое. Раскроем. Перевернем на другую сторону. И точно так же загнем. Ориентируемся по вот этой линии. Загибаем, я для удобства возьму пинцет и по направлению загибаю. И теперь этот уголок мы закладываем вот сюда. У нас как замочек получается. Тут надо хорошенько прижать. Вот у нас получился такой замочек. С другой стороны делаем то же самое. Еще немножко загнем ракету лопастя, по вот этим линиям ориентируемся, вот таким образом. Здесь немножко надо, чуть-чуть, вот так вот, чтобы было направление. Точно так же с другой стороны. Достаточно будет. С другой стороны делаем то же самое. Сюда надуваем ракету.
Подравним лопастя таким образом, чтобы они у нас были здесь по прямой линии. Здесь, здесь. Отлично. Возьмем соломинку. Эту часть мы вставляем в сопло ракеты. В эту часть соломинки дуем. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем стильные очки. Делается легко.